Сегодня хочу познакомить вас с очень интересным и набирающим обороты каналом «Записки путешественника». Автор забирается в такие дебри и приключения, что мурашки по коже. Смотрите на его канале. Чем закончилось плавание с акулами? Покорение запрещенной вершины на Гавайях, которая ведет в небеса. Восхождение на два самых опасных вулкана в Индонезии, где находится кислотное озеро. Где самая опасная и тяжелая работа в мире с зарплатой $150 и многое другое. Рекомендую подписаться, ссылочка в описании под роликом. Ветер, думаешь, сильный? Очки чуть не потерял, Коля. Ребята, всем привет. Колян у нас сегодня. Привет. Селфопалкодержателем работает. Ага. На полставке. Не мотай камеру, то упадет. Дима, припахал. Все, давай. Приехали мы в интересную деревню. Колян, ты у нас что-то из кадра выпадаешь. Еле мусо проехали. Дорога ужасная. Но надо пробить, пока весна идет. Май месяц заканчивается уже. И сюда мы больше не поедем нынче. Здесь ни разу не были, как обычно. Здесь там еще сзади еще две деревни идет. Не знаю, когда мы туда проедем, а может вообще не проедем. Ветер очень сильный, Коля, давай поближе сделаем. Так. Ветер очень сильный сегодня. Здесь, сейчас я вам обозначу. Деревня стоит на бугре, очень интересная. Ну как, Колян, путешествие тебе? Понравилось ехать? Нормально. Ой, я что-то тут нарулился. В общем, очень много. Как обычно, что покажем, что найдем, покажем, что не найдем, не покажем. Вы не переключайтесь, главное. Ибо пропустите сейчас, как Колян, империю дергать будет. Сейчас ему камеру дам. Будем на две камеры все работать. Ну, может, если интересное будет, находки еще GoPro прикреплю. А если так, опять, как обычно, хозсоветы будут попадать. Ну, там всякие молоточки, топорики, всякие ерунда, конина. То будем просто обозначивать наши находки. Весь шмудяк будем снимать, интересно. Кедры здесь стоят, деревня, значит, старая. Лет 300. А сейчас я разверну и покажу. Смотрим. Коляныч отстраивается от грунта. Там внизу кедры стоят. Сибиряки, Коля, жили, значит, сибирская монета должна быть. О, ветерок стих, нормально стало. Мы на пригорке сейчас стоим, вот она, сама деревня была. Там, видать, тракторами сюда сдвигли все. Вот здесь стояла деревушка. Холм, вон, или колодец, или яма домовая, непонятно. Там кедр старый уже умер, соответственно, уже 300-400 лет прошло. Ну и походим сейчас здесь, везде. Дорога у нас заняла 2 часа ровно сюда ехать. За 4 часа только пути туда-сюда. Очень долго. Ладно, приступаем. Приступаем. Джинсовочку я снял. О, рогатины, ребята, очень удобно. Сейчас вожу вот так. Металлоискатель я уж как-то снимал, но, может, еще не показал. Вот так это все выглядит у меня сейчас. Хозяйство очень удобно. Раз только отстегнул, и все. Ага, Колян, я лопату, между прочим, за это. Смотри. Лопата у меня треснула на втором выходе. И я ее сейчас на болты захерачил. Смотри, Коля. Камеру надо. Да-да-да. Смотри, вот эту херню, по-моему, титан, я еле ее просверлил. А сама ручка алюминий. Попробуй магнитом магнитить, да, титан. Да, потому что я ее заколебался, я сверло даже точил. А это алюминий, что ли? А это алюминий, да, ручка. Ну или дюраль, я не знаю. Что там у тебя, сигнал? Не. А что? А камеру взял? Ну давай, что, приступим, погнали. Уйду потом. Только отошел от квадроцикла. Вторая сигнал у меня. И монетос. Ага, советы. 20 копеек. 43-й год вроде. Сейчас почищу. И, о, след еще остался. Еще вон что нашел. Медный брусок. Коляну на чермет. Медь толстая. Не знаю, чего это. Бросил сумку, не стал снимать. А это второй у меня сигнал. И сразу же монета. Сейчас почищу, посмотрим цену. Коляныч там что-то с пригорка ушел. Он все под кедрами. Ищет сибирские деньги. Думает. Кедры обычно в конце усадьбы стояли. А здесь дом стоял. Монеты вот такой щеточкой зубной опилил. И чищу. Итак, что мы имеем? Как это сфокусировать? Вот так, наверное.
20 копеек, год 1943, медно-никелевый сплав, масса 3,6 грамма, диаметр 21,8 миллиметра, гурт ребристый, базовая цена 60 рублей и выше. Берем. Не империя, конечно, но сейчас, думаю, цепанем империю. Ям нету, между прочим, не капано, деревья ушка-то. Сюда просто очень-очень сложно без квадроцикла доехать. Здесь вон лесники, на Уралами все разместили. Мы сейчас ехали. Весной здесь еще вообще никого не было. Видно, что Уралы только одни проезжали. Красный сигнал. Среди мусора. Железяка гада. Я посмотрю. Земля вообще сложная. Ужасно сложная земля. Что-то на самом верху лежит. Горело. После непродолжительных поисков 3 копейки походу выпало. GoPro было лень на голову ставить. Ну, круг очертания видно, сейчас я его почищу. И все. Так, Коляныч там где-то внизу ходит, убежал к кедрам. Все, сибирские деньги ищет. А я все тут у квадроцикла пока кручусь. Сейчас отмоем, секунду. Коляныч сюда идет. Это у нас 3 копейки. Год не имеет возможности прочитать. Что там, видно вам? Не видно? Фиг знает. Я ничего через объектив не вижу, как солнце. Ибо грунта здесь, я хожу на месте старого дома. Чернозем. Надо отмачивать. 3 копейки, год непонятный. Цари. Цари. Ищем дальше. Вот поступил первый сигнал. Вот что мы видим. Убитые 2 копейки. 1862. Еще ничего не видно. Рыцан второй. Вот такая денежка. Сигнал 11.37. Грунта здесь очень сложная. Мусора полно. Хожу, потому что где дом. Сохран монет не очень. Так, думаю, глубокую не будем разрывать. Из-за корней еще невозможно оторвать нормально. Так, так, так. Что-то в этом куске вот есть. Где? Вот здесь где-то.
что-то. Херня какая-то. Колодец нашел. Замаскированный. Там у охотников засада. Сидят на уток, наверное. Или на лосей. Охотятся. Ночная ваза. Еще хорошая. Цветы можно посадить. Но не берем. Здесь дом стоял. Видно, вот там куча кирпичей лежит. Я все обследую, да куда деревня была. Коля там на одном месте топчется. У квадроцикла. А я думаю, дай-ка я здесь пройдусь. Видно, что дома сгреблены в кучи. Экскаватором, видать, убирали. Мусорно. Немножко отошел, опять сигнальчик. Копендос. Год, 1 копейка. Буду дальше копать. Выпала от самовара крышечка. Это вот куда чайник ставят. Эта крышка накрывает это место. Медная. А тут у нас грибник умер. О, берцовая кость человеческая. Трупники, в общем, валяются. Ой. Как тут было-то? Вот так, наверное. Нога чья-то. Потерял кто-то ногу. Наверное, шкелетик тут целый есть. Что возьмем это, Коля, чемпиону? Он очень любит собирать. Цветь медь, говорит, за лето на литр водки наберу. Берем. Сейчас посмотрю, докуда деревня шла. Пока все с разведкой еще хожу. Коля телеграфирует, что 2 копейки нашел, у меня сигнал тут. Я все обследую, хожу, докуда деревня была. Так, глубоко-то не надо, где-то сверху что-то лежит. Где-то здесь. Ну что такое? Кирпидоны какие-то идут. Понять не могу. О, тюбик. Опять немецкие позиционы стояли. Шляпа. Так, ребята, заходил я прямо у квадрика. Вот кедры, квадрик. Дима вон там. Вот он бегает как лось. Зум прибавишь, так вообще дергаться. Поступил хороший сигнал. Копал, копал. Вот такая яма. И
Вот. Вот, вот. О! Вот она, родимая. Вот она. Вот она, видите? Оп. Опа. 90-й сигнальчик. 90-90. Что это у нас? А это у нас Павел Первый. Две копейки. Сейчас давайте почищу. Дима, прием. Что у тебя? Павел Первый, две копейки. 1799. Что, у квадроцикла прямо? Прямо, да, тут у квадрека. Чистил, ребята. О, какой двояк. 1799 ЕМ. Не знаю. О, ничего, сохранчик-то. Приятный. Дима вот там что-то в кустах нашел, наверное, клад. Материться, наверное, железо. Ладно, буду дальше копать, а тут Дима все вырывает. Каблучок выпал из-под сапога. Частая находка довольно. Обувь раньше в дефиците была, набивали. Колян там где-то поля вычесывает. А деревня шла оттуда вот так, сюда-сюда, по пригорку спускалась. И вон до той кучи уходила. Так она интересна была. Вот здесь старая часть ее была, там кедр сломанный. А там еще кедры живые стоят. Так, перекусить надо, наверное. Ну, ребята, что нашел? Немного отошел, а вот. Сигнал. 84. Медь. Чего такого, не знаю. Что это, фиг его знает. Какая-то болеляшка. Балясик. Отверстие. Тут тоже что-то. Ладно. Дальше пойду. Ребята, совсем немного отошел. Его. Ха-ха-ха. Гайка такая. Привязана. Такая балалайка. На корове, наверное, висела. Офигеть, белым цветом. Ну, конечно, не серебро. Офигеть. Немного, вот тут квадрик. Он отошел буквально. Он здесь. Нашел этот маленький колокольчик-то. Так это да. Что за штука, дырка? Димон у нас любит такие штучки. Ладно. Он куда-то свалил. Дальше будем искать. Только раскопались с Коляном. Эх, беда.
Беда, беда. Наверное, зря я к наклепке надо было оставить. Ты в интернете посмотрел, мне тут подсказали просверлить. А чё не сверлить-то, все равно треснуло. И все, да вроде нагрузку-то не сильную сделал. Так чуть-чуть подковырнул, похлопнуло. Вот такой фискар, ребята, алюминиевый. В принципе, у него вот эта штука отличная. Я говорю, вчера сверлил, так я еле тут дыру просверлил в нем. А ручка говно. Вот и весь коп. Коляныч, беда. Вот такая штука, Коля. Да вроде надавил-то не сильно. Чего? Лопату надо новую покупать, как у тебя. Маленькую запас возить. Да. Я же хотел-то бросить. Что ты насобирал? Медь? Я там два бруска тебе латуни выбросил. Тяжело. Я не помню, где-то здесь он бросил их. Где здесь? Ну, где-то вот здесь. Не помню где. Да я вот тут пробегусь маленько. Че пробегусь? Давай пробежишься. Ёпка-ламане. А если, Коля, трубу сделать? Шляпа будет и обварить. Беда? Не, говорят, телескопическая есть, хорошая фиска. Ее надо брать. Она складывается и раскладывается. И надежная. Берем ее тогда, если найдем. О, походу, ребята, я откопался. Сейчас мы приедем, там деревня одна стоит еще. По спутниковым картам на гугле я посмотрел, там должен дом стоять. Ну, видно, что какое-то строение стоит со спутника. Сейчас мы это дело с Коляном проверим, если что интересное, сниму, если нет, то не сниму. Может, там походим, одной лопатой будем копать вдвоем, да, Коляныч? Ну, что ты скажи ребятам, что-нибудь, как тебе деревня-то? Да нормально, еще можно. Это, тебя не вижу нифига. Можно еще вон туда птиц ходить. Куды? Где, говоришь, там дома-то еще? А, ну там мусорочка туда, такая. Вперед можно еще топать далеко. Подвела меня лопата. Да. 2300 рублей или 700 рублей. Не помню, я отдал за нее. Так, месяц не отходил. О, железо. Сейчас бы заварил и все, опять ходи. Да. Год. Не берите алюминиевые лопаты и титановые. Ну вот такие шляпы. Песочек не камни же. Чуть-чуть поднадавил, бам, лопнуло. В тот раз тоже поднадавил, трещина пошла. Ладно, пока не обращаемся. Хотя сейчас доедем, посмотрим. Если ничего интересного нет, то закругляемся. Мы покажем вам, что нам эта деревня дала. Вот какая-то штучка еще, Димон. Штучка-дрючка, это чернильница, а не дрючка. Да, тут-то вон, видишь, что? Че, она стояла на подставке? Отверстие. Ну, не знаю. Ботала. Это что у тебя, медь? Шмудяк. Шмудяк, да. Это что, медь ведь или бронза? Да так ботала, на козла повесишь. На какой-нибудь. От самовара штучки. Патрон, Коля, не стреляный. Где патрон? Вон. Пулемета. Так, у меня что тут? 20 копеек. И 3 копейки. А у Коляна двояк-то здоровый такой, Коля. Опять ты выцепил где-то. 2 копейки. 799-й Павла. Да, Павел. А тут у тебя копейка. 1868, что ли? Или 62-й? 62-й. 62-й, да. И копейка. Не густо, с учетом того, Коля, что деревня-то не битая. Понимаешь? Опять босяки одни жили. Это что, латунь, что ли? Да. Не, это не латунь. Тебе говорю, звенит, как этот. Магнитцевый вози в следующий раз. Больше. Какая дюраль, да? Какая дюраль? Как империя звучала. Че, сейчас переедем на другую деревушку. Давай. Мимоходом посмотрим. Там вроде дом стоит. Со спутника смотрел. Че, монету оставил? Твои. Дарю. Да, бери когда. Как-то в одном из видео показывал я вам песты. Ну, песты это че, Коля, знаешь все? По идее, это хвощ полевой. Вот они. Целая поляна здесь. В детстве нам бабушка задание даст. Насобирать их пестов. Да, я поближе, Коля, покажу. Они не все перезрели, смотри. Не все, да. Да, вот эти можно есть и. Вот они. Да. Вот эти перезрелые. Нет.
Вот это несъедобные. И вон их тут усыпано. И бабушка говорит, соберете, яичницу вам с ними нажарю. И мы идем, собираем. А здесь, думаю, дай я вам покажу. Вон, Колян, много их еще их. Незрелых-то. Съешь хоть один? Я один уже съел, вон второй. О, посмотри, отравишься, нет. А что? Там поем, если ты не отравишься. Ну что я отравляться-то буду? Буду это. В туалет захочу по дороге. Тебе придется рулить. На ходу было. Нет, я буду пыжиться сидеть. Терпеть. Я на камеру сниму. Что, будешь есть сюда? Нет. Вкуснятина. Смотри, столб стоял, пасынок. Где? Да вон в березе, видишь, пасынок. Ну, а значит, электричество было. Было, там же, надо ног-то делать. Недавно разъехалась тоже. 70-х дом-то этот еще сколько-то терпел. Но потом уже рухнул. Не, в 70-х годах, наверное. Ездили еще сюда, наверное, на дачу. На какую дачу? В 70-х годах дач не было. Ну, жили. Советский период. Было равноправие. Дача была, это позор. А, равноправие было. Ну чё, как Колян, как тебе дорога? В общем, ребята, действительно, со спутника это были дома. Два. Вот один стоит. Заброшенный. Чё ты, Коляныч, дожидай меня-то? А вон второй. Второй нарядный. Каменный. Сейчас я туда зайду и все вам покажу. Колян говорит, я буду искать. А я говорю, я не буду искать. Я здесь все оставлю. Ибо у меня лопаты нету. Ты че, Колян, куда сейчас? Я пойду в каменный схожу дом. Ребятам поснимаю. Вот здесь деревня, она здоровая была. Шла вон туда. А мы прямо тут без дороги-то нету. По полям гоняем на пониженной. Все. Терем ухожит, цветет. На горе тоже она стояла. Прикольно. Здесь богатая была. Сейчас я вам все покажу. Коляныч там уже копать начал. Так, а с этой стороны что? У нас зацветает уже все. Все, трава уже полезла. По таким местам больше уже не походить нынче. Вообще, это лопухи вот здесь. Все, сейчас мы до того дома дойдем. Посмотрим, что там будет. Красота. Как бы в колодец не упасть. Вот он, барский дом. Со стороны солнца зашел, неудобно. Сейчас попробуем в него зайти. Упал уже весь. В плане, как упал. Вон банька стояла. Очертания. Кладка старинная. О, сейчас зайдем со солнышка-то. Вон он. Двухэтажный был. О, тут опасно так ходить, все гнило. Кирпичи старинные. Как можете видеть, следов. О, там он тоже дом один стоял. Уже развалился весь. Электричество было, значит, умерла она не так давно. Интересно. Сейчас что-нибудь найдем, может быть. Кирпич тоже, конечно, вымокает весь. Обычно ему ничего не делается. Видать. О, лесенка там. Внутри сруб был деревянный. А позже обложен, да? Видно. Или так и задумано было по проекту. Чтоб тепло держал. Так, а сколько? В пол кирпича, наверное, обложено-то, да? Нет, в кирпич обложено. Как раз видно. Один. Это как сейчас деревенский дом покупают, также обкладывают. Балок раньше не было. Вот такие решения были, клиновидные.
клин сюда вбивали. И все, и он держал. Своды такие. Ну, не свод был, а тут прямым сделано. Заходим в дом. Что мы видим? О, тут что мы видим? Тут видим. Ничего не видим. Все обрушено уже. И нас может сейчас завалить. Колян. О, Коляныч! Давай в окошечко посмотрим. Копает, копает. Золотишко. Че нашел? Не разговаривает. Такой. Ну, дом я бы не сказал, что очень большой. О, печечка. Тут уже кирпичи свистнул. Отапливался, интересно. Ничего примечательного я здесь пока не вижу. Изнутри сруб был оштукатурен. Богатенькие буратины жили. Ибо себе такой дом только раньше обеспеченный человек мог построить или поставить. Так, что, в окошко, наверное, улезем? Такое окошко интересное, как в монастырях Древней Греции. Ну вот такой дом, не знаю, что вы там увидели. Сейчас еще с той стороны его, с фасада. Так, вылезу ли я? Вот эти-ка камеру уберу. Выходим. Опачки. Отходу скокнуто. Меры пожарной безопасности не соблюдены. О, здесь-то он краше, этот дом. Сейчас я вам покажу. Вот он, барский дом. Тоже резные тут. Да, значит, сруб был внутри. Хотя не факт. С этой стороны нету сруба. А это, наверное, я не знаю вообще. Как так делали? Вот такой дом. Колян, тут что ты там ищешь? А вон дорога-то, ты правильно говорил, Коля? Вон дорога-то идет. Надо было по ней ехать. А мы что-то в поле заехали с тобой. И вот она. О, там еще один дом. Три даже дома-то. Сейчас туда еще сходим. Где? Ой, я снял камеру-то с руки. Рацию не выключай. О, зумировать разучился как. Вот такой домик. Заброшенный. Сейчас я вам, если не забуду, на металлоискателе покажу координаты, где это мы. Там вон тоже дом заброшен. Ну ладно, заброшен, все, он уже крякнул. В березках там стоит, развалины. Туда шло, сейчас посмотрим там дальше. Ну и наш второй дом. Скворечничек. Этот деревянный. Это в гору я поднимаюсь. На горе здесь. А тот, вон у нас квадроцик, а тут стоял ниже. Гораздо. Земля здесь мягкая, ешь. И чувствую, что не глина. Проваливаются ноги даже. Сейчас зайду, покажу. Подошел к дому. Интересно, интересно. Ага. Сориентировались быстро мы. Как деревня стояла. Тут был пристрой сзади. От него уже ничего не осталось. Стены изнутри для тепла промазаны. Известью. В окошечко давайте посмотрим, что там внутри есть. Ого, дом тоже был. А штукатурен, видно. Залезьте туда, наверное, и представляют возможности. Хотя сейчас с той стороны зайду, посмотрю. Скворечничек. Никто не живет. Усадьба чья-то. Так, где нам тут пройти можно?
Клещей сейчас нахватаю. Ага, тут. Вам, наверное, нифига не видно, я все вижу. Фасад здания. Надо с той стороны зайти. Липа что-то еще не распустилась. Да тут черемуха вовсю цветет. Любили у нас сирени тут садить. Так, с этой стороны. О, домик. Углы не распотрошены. Как можете видеть, резьба сохранилась на этих штукенциях. Опачки. Керосиночка валяется. Потому что электричества не было. С такими керосинками. Ну, это уже революционные годы. Находок, наверное, нынче уже здесь не поищем мы. Вот он дом. А поищем мы уж в следующий сезон. Сюда по весне, когда травы нету. В эту деревню забуримся. Деревня хорошая. Чекаль нам быстренько здесь побегает. И все. Украшения тут всякенькие. Вот такой дом. Ну, то, вот этот вот тоже такой не маленький. Но деревянный. А штукатурен, интересно. Обычно не штукатурили. Тут уже штукатурено все. Ну а здесь у них пристрои были тоже. Вон там погреб, видно, яма. Вот это, где малина растет, все это. Тут был пристройчик. Да. Три окошка. С этой стороны два. Угу. Понятно. В общем, ничего интересного. Все, тут больше по спутнику домов нету. Два всего их стояло. Видно со спутника. Очень-очень помогают в работе поисковика спутниковые снимки Google. Научитесь их работать с ними, понимать, ориентироваться. Вообще. Вон, здоровая деревня шла. Вон тополя. Туда она все уходила. Но она и по карте видно, что она гигантская такая. Деревушка тут даже, по-моему, две улицы в два дома стояла. Вот так с этой стороны шли дома, с этой. И там еще одна улица шла. Тоже по два ряда домов. А здесь уже они все садили. Чего ж, лопухи. Очень много уже пропускаем сигналов. Здоровые. Так что, да, вон там вторая улица шла, видно. Черемухи растут. Так что, Колян он там ходит. Так что, приедем мы сюда следующей весной на эту красоту. Вот, друзья мои. Ну что, Колян, сейчас видно. Вот так я сломал лопату. А Коля матерился. Что не вовремя. Не своевременно закончен был коп. Эта деревня здоровая. Блин, по мне кто-то. Коля, все ползает. Одни клещи, походу. Вот такая еще деревушка здесь, нами не обследованная, но, наверное, мы ее оставим на следующий сезон. Нынче уже травы колят здесь. Угу. Ходить у тебя репейник вон висит. Так что спасибо, кто смотрел. Как обычно, земля здесь хороша. На той деревне была хуже земля. Кто не подписан на канал, подписывайтесь, ставьте грозные лайки, пишите комментарии. А мы что, Колян, продолжаем снимать? Да-да. И радовать вас новыми видеоми. Ладно. Поедем, Колян, здесь сейчас. И в лес опять через лес. По старому следу? Ну, там не поедем. Понятно. Мягкая почва не понравилась. Всем пока, ребята. Пока всем.